Средиземное море. Турецкая сторона. Ну вот наши ребята пошли купаться. Хорошо. Между прочим, сегодня 19 ноября. Вот такие погоды в Турции стоят. Сказала бы я, приятность одна. Какие волны. Вау. Тоже писать будет? Да. Мы друг друга слышать не будем, интересно? Нет. Как вам такой песочек? Посмотрите. Средиземное море, сторона Турция. Со стороны Турции Валентинос из Англии. Айрат из Татарии. И посмотрите, ребята, занырнули уже. Между прочим, сегодня 19 ноября. 19 ноября. Ноября купание в водах. А водичка какая! А водичка какая, посмотрите. А, какая тепленькая. Вот и Наталья. Наталья, помаши ручкой, она живет здесь, в Турции. Вот и Ленарочка, она живет здесь, в Турции, также. Всем привет! А мы в Алании, так шикарно у нас тут. Я, честно сказать, не ожидала вообще, что можно будет купаться. Море, кстати сказать, очень теплое. Очень теплое. С нашей стороны... Там на берегу Сицилии. У нас море гораздо холоднее. Вот в чем прелесть путешествий. Где же там наши пловцы?